Наказание в виде штрафа получила Елена Шубина, житель села Подсосенки, которая пострадала, можно сказать, из-за своей активной жизненной позиции. Елена практически всю зиму пыталась добиться от администрации Наталинского муниципального образования, чтобы в Подсосенках почистили дорогу к нескольким домам по улице Фабричной. Из-за того, что проехать по нечищенной дороге мусоровозы не могли, коммунальные отходы с этого закоулка вывозились крайне редко. А если учесть, что в селе машины рекоператора и так по графику должны приезжать один раз в неделю, то мусоровозов здесь не видели по несколько недель. И вот в один прекрасный день Елена не выдержала, собрала весь мусор, и свой, и соседский, и отнесла его к зданию бывшей администрации, ныне учреждения культуры. За что и была наказана. Активистку пригласили на заседание административной комиссии, как организатора самовольной свалки. Если машина не приехала, жители забирают его домой. Либо вывозят в город. Я вывозил по адресу прописки в городе. Мы от теоретизирования отойдем, вернемся все-таки к рассмотрению по существу. Можно потому что... Давайте. Мы предложили принести к Фабричной 1. Фабричная 1 – это через дорогу от здания как культуры, как говорится. Кто? Исаева Наталья Валерьевна. Это человек, который работает в администрации, с кем непосредственно мы ведем всегда переговоры. Это то же самое, понимаете, такая же территория села Подсосен. Но после этого, как я положила на другую сторону, Фабричную 1, собрали собрание, двинули этот глыбу с неба, и люди пользуются этой услугой. А до этого мы просили, мы 3 месяца ходили, просили. Мы скидывали фотографии, что невозможно машину проехать. И сами мы даже под свою личную легковую свой личный легковой автомобиль прочищали дорогу. Но мы не обращались к вам. Почему? Потому что действительно очень серьезная катастрофа была с этим снегом. Правда, в этот день комиссия более напоминала отрепетированный спектакль с 2 заранее заготовленными решениями. За жительницу Подсосенок вступился глава города Балакова Роман Ирисов, но председатель комиссии Павел Гречухин слушать доводы не стал, взяв назидательный тон со своей прошлой работы. Он предложил 2 варианта – признавайся виновной и простим, или максимальный штраф для строптивых. Не правда ли, знакомые методы? Если вы предоставите сейчас письменное обращение, на которое мы не отреагировали, я скажу, да, это было. Скажите, а сейчас говорить о том, что там 10 раз я не умиляю, так сказать, эти самые работника своего. Как вариант, мы для этого и так еще. Ладно, Александр Викторович, у нас там еще Александр Викторович. Не надо передергивать. Александр Викторович. Все, у нас, подождите, мы, у нас там куча народу, поэтому давайте мы все-таки не будем... Нет, комментируйте в социальных сетях, не надо. Так, значит, сколько у нас населенных... Прокомментирую. Так, я веду это, Роман Сергеевич. Роман Сергеевич. Территориальную схему и реестр, в том числе мест сбора мусора. Это закон такой. Я повторю все-таки свой вопрос, вернее, даже не повторю, я так понимаю, сделали вы это специально, ну, как это по-простонаречному говорить, знак протеста против администрации, так? Привлечь администрацию. Понятно. А вот как раз хорошо у нас адвокат присутствует. Как раз вы же в курсе, наверное, 104-го закона Саратовской области, да? Тут у нас 8-я, статья 8.2 относится к нарушению правил благоустройства. Да. Вот у нас в основном мы людей привлекаем за организацию несанкционированных свалок по части 4 статьи 8.2. То есть люди просто вываливают, мы их на этом ловим и наказываем. А ваша подопечная рассматривается у нас по более тяжкой статье, по части 6. Она подразумевает умысел. Поскольку человек не признает свою вину, предложение 5000 рублей. Другие предложения. Минимальный штраф 2000 рублей. Вступил 2 предложения. Кто за первое предложение? Да, я хотела бы просто... За второе предложение. Можно исследовать? Да. Второе предложение, голосуем. А вы воздержались, что ли? За первое. За 5000. За 2. 4000 ли купили? А, у нас 5. Ну все. Вы наказываете штрафом 5000 рублей. И, пожалуйста, средства массовой информации передайте жителям города Балакова и Балаковского района. Все, кто будет забрасывать мусор вне специально отведенных для этого мест, будут оштрафованы в соответствии с законом Саратовской области номер 104. В назидании особо буйным Павел Борисович рассказал историю про огурцы и Ашота. Я когда только приступил к работе в административной комиссии, мы поначалу
Штрафовали тут бабушек за торговлю огурцами, помидорами и прочее. И вот когда мои сотрудники составляли у них протоколы, бабушки им даже иногда подсказывали: сынок, ты пиши на меня, как на физическое лицо, мне Ашот все оплатит. Вот мне сейчас не оставляет впечатление, что у вас тоже есть какой-то свой Ашот, который вам готов этот штраф оплатить. Уже за спиной вышедшего из кабинета Романа Ирисова данная шутка повторилась, причем в довольно неподобающей для чиновника форме. Роман Сергеевич куда ушел? Вроде. Ему тоже неинтересно дальше. Вы у нас являетесь представителем... За попытку помочь активной жительнице главу города сравнили с неким Ашотом. Как вытекает из данной истории, налицо открытый конфликт. Вот только задумывался ли Павел Борисович, что подобная ситуация уже была в городе, только вместо активной гражданки были молодогвардейцы, которые сложили мусор под двери рекоператора. Может быть, стоило тогда назвать Ашотом и депутата Госдумы Николая Панкова, который, как и глава города, вступился за активистов, обещав оплатить адвоката? Или защита интересов балаковцев уже не первоочередная задача для чиновников? Вывоз мусора – это особый случай. И в рамках нашей области, в рамках Балаковского муниципального района и вот этого села Подсосенки, это нельзя так вот такими мерами мерить, там, оштрафовать и сразу браться за протокол. Здесь проблема гораздо глубже. Здесь проблема и работы исполнительной власти в Натальинском муниципальном образовании, и работы регионального оператора, который до сих пор до конца не может наладить свою работу. А мы сейчас будем наказывать тех людей, простых граждан, которые, оплачивая услугу, не могут ей воспользоваться по разным причинам. Там дороги не чищены или нерегулярный вывоз мусора. Ну, наказывать за это, если мы сейчас сами же своих же будем наказывать, ну, это неправильно. И здесь позиция, конечно, вот, чиновников со стороны административной комиссии, мне, честно говоря, непонятно. Здесь надо в проблеме разбираться глубже. Но в любом случае сейчас встану и на позицию этой жительницы и постараемся всячески посодействовать, чтобы обжаловать это административное нарушение, которое ей пытаются сейчас оформить. Ну, у меня нет слов. Уже на выходе из здания администрации расстроенная Елена Шубина встретила главу Балаковского района Александра Соловьева и попыталась рассказать ему о своей проблеме. Но голос Александра Аникеева, того самого главы Натальинского муниципального образования, подавшего на нее жалобу, был громче. При этом, являясь членом партии «Единая Россия», он открыто выступил против секретаря местного отделения Романа Ирисова. Вы уже их наделали. Прямом я говорю. Поэтому давайте на другой площадке. В итоге жительница села Подсосенки решила добиваться справедливости в суде. Я не согласна с таким решением. У нас даже не допросили свидетель, не рассмотрели документ, который мы ходатайствовали, да, при обобщении материалом дела. Фотографии, за что мы бились. И... Ну, будем дальше рассматривать в суде. Может, там мы будем услышать. Здесь нам даже не дали слова сказать практически.